городском округе Люберцы стало на 26 полноправных граждан страны больше. Юные жители муниципалитета получили свои первые паспорта. Торжественная церемония состоялась в стенах картинной галереи. Теперь я могу самостоятельно путешествовать и открывать свой счет банковский. Радости восьмиклассницы Татьяны Савич нет предела. Теперь она сможет поехать отдыхать без родителей. Однако вместе с паспортом новоиспеченные граждане России получают не только возможность быть более самостоятельными, но и обзаводятся новыми обязанностями. Подростки уже понимают весь груз ответственности. Но он совсем не омрачает чувство, что ты уже взрослый. Вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. У вас такой хороший праздничный день. Все-таки получение паспорта – это одно из важнейших событий в жизни человека. Я вас сегодня хотел бы с этим событием поздравить. Теперь получить свой первый паспорт в торжественной обстановке могут все желающие. Для этого при подаче заявления в МФЦ нужно просто заполнить анкету. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.